Всем привет! В общем, разобрал сегодня видеокарточку от Гигабайта. Я не знаю, что-то плохо видно. Короче, здесь вода, вот пятна, видите, расплылись просто. Короче, течет. Вот эти вот две, где микросхемы памяти, все нормально, а вот здесь вот на четырех прям модулях прям бежит, и на фазах питания вроде такой проблемы нету, хотя тут толстенный слой терморезины, а здесь вот есть проблема. Причем я не знаю, она как бы не удаляется, то есть это силиконовая составляющая. Чтобы удалять, надо типа спиртовым раствором каким-нибудь. Я думал, подсохнет. Нифига. Не хочет сохнуть. Проблема здесь непосредственно с мотором. Ну, я уже ролик снимал. Буду заказывать новый мотор, потому что этот греется. Тяжело ему такие лопасти крутить, поэтому моторчик надо на ампераж побольше брать. Да, короче, вот ожидайте вот отсюда, что побежит. То есть карта новая уже, блин, все. Не знаю, как так вот плохо видно. Вот здесь вот прям очень хорошо. Так, вроде впитывается, если вот так вот делать. Впитывается эта жидкость, да, как бы она вытрамбовывается из этой резины, выдавливает ее. Это, скорее всего, знаете, для чего делается? Для того, чтобы они как не высыхали они. То есть какая-то силиконовая маска, смазка для резины, ну и чтобы не липло, чтобы разделение было. Вроде все собрал. Так что я что-то, знаете, так вот уже расстроился, что я приобретал вот эти вот карточки. Она как-то еще с краю. Вроде бы никакого такого окисления нет, как другие пишут. И не будет, в принципе, в ближайшее время. Вообще, там есть такая масса, знаете, наподобие смазки. То есть маслянистая основа. Так вот, из-за этой маслянистой основы не может ничего сгорать, окисляться и так далее. Но проблема такая, если она попадает под чипы памяти, проблемы будут непосредственно с артефактами и так далее. То есть надо вымывать оттуда будет. Здесь пока еще это все поверхностно. Кстати, смотрите, когда убрал сверху, начинает подсыхать. Наверное, еще и влагу она собирает со временем. Так что вот какие-то вот такие вот мои предположения. Так что советую на это обращать внимание, на будущее. То есть разобрали, посмотрели, собрали. Соответственно, в таком положении видеокарточки не рекомендую устанавливать. Только либо вертикально, либо наоборот, чтобы вентилятор был снизу. То есть как в обычном системнике. Тогда жидкость будет собираться непосредственно на радиаторе. И не будет просачиваться через под чипом памяти под низ. Соответственно, тем самым увеличит срок жизни видеокарточки. Вот я уже разбодяжил оригинальную термопасту. Сейчас буду собирать в таком же порядке ее. То есть ничего я тут не меняю. То есть все остается заводским. Температурные показатели те же самые. Но вентиляторы очень низкого качества, так что рекомендую все-таки подыскать
альтернативу данным вентиляторам. Ну, опять-таки, если вы попали в негарантийную ситуацию. Я же просто лишился гарантии, но тем не менее мне было интересно. Оказывается, дым был из вентилятора. Непонятно откуда, потому что там обмотки все целые. Ну, как-то вот так вот. На этом я прощаюсь с вами. Всем удачи. Всем пока.